поднимается сюда и сразу же уходит в трубу. Когда он прогреется, заслонка сама упадет, вот эта вот заслоночка, и дым пойдет подниматься, проходить по этому кольцу, прогревать, вот на его поверхности будет большая поверхность прогреваться, и потом только уходить в трубу, согревая еще вот эту поверхность заодно. Эту поверхность мы используем для чая, там, для жарки, варки, чего-то еще. Очень мало дров расходует печь. Мой якут. Очень удобно. Складной якут даже вот так вот носить на поясе. Так, давайте посмотрим, что там у нас происходит. О! Потихонечку, потихонечку прям вот. Небольшие дровишечки закладываем. И все, пусть разгорается. До появления первых углей. Потом она начинает гудеть, как ракета, и появляется очень хорошая тяга такая. Вот эта вот труба нагревается, ну, максимум там до 100 градусов. На всякий случай, вот у нас не было никакой тряпки, все-таки асбестом обернули быстренько такой материи в один слой. Потом сделаем все это культурно, красиво. Вот это вот, я уже говорил, вот эта вот бахрома, все от того, что мы не смогли найти 90-ю нержавейку. Ее просто нереально найти даже у производителя, кто делает эту нержавейку. Только на заказ делают. Сейчас производитель печек перейдет по нашей просьбе на сотый диаметр труб, что существенно облегчит. Во-первых, сотый диаметр можно и фольгу найти. Вот эту трубу не обязательно из нержавейки возить. Ее можно из обычной фольги. Ну вот гибкая такая труба получается. Как из фольги, она вот такая вот, а разбирается, 3 метра растягивается. Вот, и дымоход можно из нее сделать, он не нагревается выше 100 градусов. Вот про такую, ребят, гофру, вот она, 90-я гофра, это 3 метра гофры. Вот про нее идет речь, что это на 200 рублей, вот из нее спокойно можно сделать дымоход. То есть не занимает места, один раз попользовались, выкинули. Или два раза там, ну, разложили, сложили, я не знаю, там на рыбалку на одну у вас будет ее хватать. Вот это, конечно, лучше сделать, вот этот бублик из нержавейки, потому что она точно не прогорит. Видите, какие здесь температуры ходят. То есть алюминий может прогореть все-таки. Потихонечку выходим на режим. Набирает оборотов наша печка. Сейчас мы все сюда перетащим и устроимся с комфортом. Здесь будет моя лунка. Тут будет у нас хозлунка, а там будет Мишкина лунка. Вот, а может, по паре сделаем. Не знаю пока. Еще пока не решили. Все, солнце село. Вот буквально только-только еще было. Вот сделали кадры какие-то. И солнца уже нет. Приятно дымит печурка. Мишаня засыпает юбку снежком. Присыпает. Видите, нету снега на льду практически. Все здесь сметает с этого места. Сегодня не будем это самое рекорды бить. Поставим пяток постовых и посидим, постучим. Правильно? Устали с дороги. Еще не ели. Сейчас я приготовлю что-нибудь покушать. Наверное, это будут наши фирменные консервы. Ура, консервы, да? Так, ну все, он живой дымок у нас дымит. Дровишек подколем, сковородку достанем. Точно. Консервы поджарим. Берем наш удлинитель, потом возьмем свет. Так, надо нам, ребят, GSM-усилитель сделать. Кто в этом разбирается, я хочу сделать GSM-усиление. То есть вот сейчас у нас есть здесь слабенький сигнал, чтобы мы, поставив антенну, могли принимать сигнал нормальный, усиливать его и раздавать здесь вот, то есть, ну, какой-то вот усилитель. Что можно придумать, подсказывайте, кто в курсе, где можно взять там. Вот, может быть, мы возьмем на обзор оборудование, попробуем, как это работает, потому что мы бываем там, где связь, она или очень нестабильная, или ее вообще нету, поэтому мест у нас таких много. От себя лично хочу добавить, что палатки у нас начинают пахнуть жизнью. Да. Так, Мишаня уже набил лунок. Сейчас вот мне еще луночку одну. Да. О.
палатки. У нас уже пара нет. Хорошо все. Поставил вот сейчас водяную баню, сделаем здесь. Кривитосы вон отогреваются. Ну вот спалили мы еще где-то одну полежку. Вот такая вот. Вот такой вот длины полежка. Ну вот видели сами, как это самое выглядит. Вон тут три полежки накололи. Как бы очень экономично работает печка. Ну и то она только на режим вышла. Сейчас угли появились. Постоянно у нее шпарят. Вот так вот. Оу! Все, ну вот такой вот у нас получается дом на несколько ближайших дней. На несколько ближайших дней у нас, да, вот есть свет, есть тепло, есть дрова. Так, лед уже растаял. Сейчас закипать начнет, поставим консервочки. У нас консервы у нас сегодня картошка с говядиной. Сделана она у нас 10.09.17 года. Прошлогодняя картошка. Будешь прошлогоднюю картошку, Мишка? А чего ж нет? Ну, я тоже буду. Я думаю, что она такая же. Вот, чтобы по-быстрому сожрать что-то, это лучше не придумать ничего. Быстренько скушать. Она такая потом же, поставим. Как ее консервировали. Да? Ничем не отличается. Так, эти окошки у нас можно закрыть, чтобы теплопотерь не было. Ну, как бы у нас дверь еще открыта постоянно. Так что... Мы тут, можно сказать, жируем. Я сегодня уставший с дороги. Сегодня хочется посидеть, половить, поймать по хвостику хоть. И пойти отдохнуть, поспать. Вот у нас уже водичка подкипает здесь. Отлично все. Не, печка мне определенно нравится. Очень компактная. И очень мало жрет дров. Очень мало. Прям вот. Ну и обогревает пространство достаточно хорошее. Также мы использовали эту печку на пеллетах, пробовали, тоже работает. Ну что, ай, ловим рыб, ловим рыб. Ну вот, Мишка уже пришел, столухи ставил. У нас тут жара, ребят, я уж мог его. Смотрите, пот. Реально пот течет. Мишаня! Да. Задыхаюсь! Задыхаешься? О, жара, блин, вообще капец. Слушай, я не знаю почему, но мне хочется туда, вовнутрь. Заходи! Ты будешь приятно удивлен, Михаил Юрьевич. Я, пожалуй, что это сейчас. Блин, идет только вторая полежка еще. Вот полежка длиной менее 20 сантиметров, ребят. Это вообще капец, конечно. Ну что, я пооткрывал вентиляшки, на самом деле. Вентиляшек тут много. Это хорошо. Фу. Очень жарко. Михаил Юрьевич, да-да. Ну ты идешь? Да-да, я иду. Ребят, вот посмотрите, на уровне стола. Не знаю, видно, не видно вам, наверное. Сейчас я покажу на это самое. На стол прям так покажу. Кочегарить на уровне стола у нас 13,7 градуса.